14 губкинских школьников получат приглашение на губернаторскую елку. Кому достанутся путевки в сказку, накануне решала городская конкурсная комиссия. Поступила 21 заявка. Губернаторскую елку посетят ребята от 8 до 13 лет с высокими результатами в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, а также дети с особенностями здоровья, из многодетных семей, сироты, дети участников специальной военной операции и боевых действий. Специальным рейсом все ребята отправляются в Салехард. Там делегации встречают, они встречаются с губернатором, получают подарки. И для них проводится экскурсия по городу Салехарду. По возможности, если погодные условия позволяют, и в Горно-Князевск могут свозить. То есть всегда организаторами определяется доступный маршрут. Праздничные мероприятия продлятся с 19 по 21 декабря. Добавим, губернаторская елка проходит по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова. Впервые ее провели в 2021 году. Мероприятие решает задачи нацпроекта «Демография».